Мамины пироги. Что может быть прекраснее? В День защитников Отечества и Вооруженных сил Беларуси дамы из Союза женщин привезли выпечку военным. Уютнее и теплее стало в войсковой части номер 3214 Минска. Мы печем пироги. Кто как, кто торты, кто пироги, кто пирожки. Вот в данном случае Минский моторный завод. 300 пирожков сегодня с разными начинками привезли в военную часть 3214. Такой частичка теплоты и доброты. 23 февраля – это праздник для настоящих мужчин. Особенно для нас, для людей в погонах. Мамины пироги. Нам, конечно, это очень приятно. Все военнослужащие тепло это восприняли, потому что приятно прикоснуться к вкусу именно таких пирогов, которые делаются своими руками. И самое главное, что это все было сделано искренне, честно, открыто, по-доброму. Как вам здесь пироги? Вы уже успели попробовать? Как дома. Просто как дома. Как дома, как мамины. Все вот как положено. С чем, кстати? Это с картошкой. С картошкой. Любимый наверняка ваш. Вот вы попали в точку прямо. Съел один с капустой, тоже очень понравился. Сейчас пробую вот с картошкой, тоже очень нравится. Все как дома, по-домашнему. Очень приятно, на самом деле, такая акция. Вообще не знал про такую акцию, а тут пришел в армию, узнал. Может быть, любимое блюдо в столовой и любимое блюдо дома? В столовой рыба с картошкой, конечно, вечером. А дома ризотто, может. А какие пироги у вас дома? Может быть, Союз женщин тоже прислушается и будет в следующем году? Ну, у меня мама обычно готовит сладкие, там, со сгущенкой. Акция «Мамины пироги» направлена на то, чтобы поднять боевой дух, создать теплую и домашнюю обстановку для военнослужащих. Дарья Нищедим, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».